Итак, спортивный инлайн, друзья. Для него нам понадобятся бусинки, вертлюг с карабином и обычные силиконовые стопорки. На куске лески монтируем бусинку, просто привязываем вашим любимым узлом, например, клинч. Узел смачиваем, затягиваем. Вот что у нас, в принципе, получается. С другой стороны привязываем вертлюжок. Ну вот такой монтаж у нас получился. С одной стороны бусинка, с другой стороны вертлюжок с застежкой. Длинным его делать не нужно, чтобы у нас потом не было захлестов с основной леской и поводком, на котором вяжется крючок. Пока откладываем в сторону. Следующий элемент нашей оснастки – это будет скрутка. Складываем лесочку пополам, берем с запасом сантиметров 20-25. Восьмерочкой вяжем петельку. Обязательно смачиваем, затягиваем. Вот такая петелька у нас получилась. Делаем скрутку. Чтобы ее сделать, вращаем в разные стороны наши кончики. Завязываем ее узлом. Вот такая скруточка у нас получилась, зафиксированная с обеих сторон узлами. Лишний кончик обрезаем. Дальше возможны два варианта. Или мы надеваем бусинку, на узле она у нас будет стопориться, через узел она никак не пройдет. Или, что лучше, берем силиконовый стопор. Это будет более надежно, с гарантией того, что он не проскочит через узел. Надеваем его на леску. Стопор сдвигаем до упора. И надеваем на леску подготовленный отвод для крепления кормушки. Вот такой монтаж получается. На карабин крепим кормушку. Все, монтаж готов. Опять же, у нас должно получиться так, чтобы длина основной лески, на которую мы будем крепить поводок с крючком, была больше не менее чем на 2-3 сантиметра, чем наш отвод с кормушкой. Примерно вот так, как здесь у меня получилось. По-английски такой монтаж называется running, что в переводе и обозначает бегущий. Этой оснасткой активно пользуются спортсмены, потому как на соревнованиях по фидеру только такая или подобная оснастка допускается к использованию. Скрутка за счет жесткости будет отводить в сторону поводок с крючком. Оснастка очень чувствительная, при поклевке рыба не ощущает сопротивления грузила, и поклевка передается непосредственно сразу на квиверти. Оснастка очень хорошая, подсмотрел я ее у профессиональных спортсменов на соревнованиях, и с тех пор успешно использую, особенно там, где кормушка может погрузиться в илистое дно. На этом серию роликов о фидерных монтажах закончу, потому что монтажи подобные, но с использованием всевозможных противозакручивателей, трубок, приспособлений я не использую, так как считаю, что это лишь увеличивает шанс на то, чтобы было больше зацепов, сбор травы, мусора и так далее. Всем ни хвоста, ни чешуи, друзья. До встречи на водоемах и на канале.